Ну, вы знаете, это вопрос не ко мне. Ну, как не к вам? Потому что мы опубликовали много томов всяких, очень много докладов сделали и публикации в серьезных журналах. Вот. Я думаю, что российский бизнес не восприимчив к инновациям, и российское государство, по сути, не заинтересовано в инновациях тоже. Я сужу, что в советское время у меня каждый год был грант Миннауки, и вот за последние 25 лет, ну, с 90-го года, у меня не было ни одного гранта. Хотя я подаю их, конечно. Выигрывают, например, фирмы, которых там на 2 человека больше, до 39 лет. Поэтому она победила в этом конкурсе. Или, например, она там на 1 000 000 рублей меньше предложила, ну, как бы, это, сделать эту работу, а работу-то она этого не сделает, потому что я-то предлагаю работу, как, например, автомобиль, на котором нет ни аккумуляторов, ни бензина, ни двигателя, ничего. И он будет ездить 1000 километров без заправки. Они же это не смогут сделать никогда. Значит, Тесла это сделал. Тут вот должна раздаться барабан. Нет, одну секундочку. Тут должны другие люди выйти на вас. Должна раздаться барабанная дробь, и в студию должен въехать ее мобиль. С Прохором мы имели дело. Так. Обращались. Не случайно дядю Степа. Да, у него такой есть его товарищ Бирюков, которому поручил ей мобиль. Угу. Бирюков ко мне приезжал. Угу. Вот. Кончилось тем, что он сказал, давайте мы подождем, когда мы его сделаем, а тогда мы к этому вопросу вернемся. Вот. Прошло уже 2 года. Вот. То есть, ну, годы уходят, как бы. И время уходит, а бизнес не приходит. Нет, вы мне расскажите сначала про ваш Йомобиль 2.0. Вы сказали, там не будет аккумулятора, он будет бегать 1000 километров. Все это очень здорово, но убедите меня. Там даже еще водитель может спать, потому что он будет ездить автоматически. Если вы скажете, что там еще и не будет колес, ну тогда я весь ваш. Колеса будут. Что это такое? То есть это опять-таки Тесла. У Тесла, значит, были вот однопроводниковые линии передачи и беспроводные линии. Ну, как беспроводная энергия. Беспроводные методы передачи энергии. Вот в данном случае мы использовали беспроводный метод передачи энергии на таком маленьком расстоянии. То есть в шоссе закладывается миллиметровый кабель по меди. Так. На расстоянии 1 сантиметра от поверхности. Украдут вместе с асфальтом еще на этой обстоятельстве. Миллиметр меди... Украду. Чтобы заработать даже 10 рублей, надо 2 километра раскопать асфальта. Тогда оставят. Да. Асфальт только украдут. А потом... будет вместо дорог ваши медные провода. Вот. А потом можно не обязательно медный, можно и стальной. То есть я хочу сказать, что в данном случае энергия передается от этого проводника под днище автомобиля, где стоит приемник. И дальше это электричество идет на мотор. И вот поскольку проводник придется положить до Сочи, конечно, миллиметровый, вот, да еще под каждым рядом движения, чтобы там 6 рядов, например, могло ехать, то тогда вы можете ехать до Сочи, проводник будет вас еще и вести. То есть 5 сантиметров влево, 5 сантиметров вправо, автоматика вернет автомобиль. И останется только разработать систему, которая предупреждает столкновение с предыдущим автомобилем, чтобы спать за рулем. Вот. Но это круиз-контроль активный, он сейчас этим занимается. Это есть уже, это не пройдет, это ваша штука. Потому что, понимаете, ведь в перспективе это нужно всех гаишников заменить тоже медными проводами или даже стальными. А этого у нас не будет никогда. А как, это, какой принцип используется? Это что, индуктивно? Нет, не индуктивно. Нет. Вот сейчас и корейцы там демонстрируют, немцы, и американцы, индуктивные методы передачи на транспорт. Это что, опять те же двухфазные линии, опять эти проблемы транспозиции проводов, там через каждые 20 метров эти линии насыщаются из-за большой емкости. Ну, в общем, это старая электротехника, основанная на активном токе. У Теслы же нет активных токов, поэтому нет этих проблем. То есть там как бы по проводам течет его реактивные токи, они создают электростатические поля, они создают электромагнитные поля, но... Здесь принцип используется не электромагнитной индукции, а электростатической индукции. То есть это тоже принцип как бы знакомый, но его никто в мире не использует. Знакомый, дайте физике, пример, когда по физике, используется. По физике. Ну, где-то этот эффект все не используется? Вот когда вы к электроскопу подносите бонитовую палочку, листочки электроскопа расходятся. Да, вот это электростатическая индукция. Вот там она используется, больше нигде. А у нас она используется для получения, может передавать десятки киловатт.
на расстоянии, ну, там мы говорим о 40 сантиметрах, поскольку клирис машин даже сейчас бывает 20 сантиметров, ну, 30, 40, 50. Ну, 20 – это уже практически внедорожник. Да, да. То есть вот это на это расстояние никаких проблем. Вот. И, то есть мы это все сделали, мы не только запатентовали, мы это сделали. А что значит сделали? Это где-то можно посмотреть на образец? Ну, конечно. Но, например, такой у нас был бизнес ученых. Мы купили за 10 евро в детском мире Мерседес электрический. На батарейку. Игрушка? Да, угу. 10 евро. Батарейки выкинули, поставили туда электронику, сделали шоссе из доски сосновой, в котором прострелили там дырку продольную, кабель туда положили, подключили аппаратуру, и все вот это вместе, работающее, действующее, продали немецкой фирме за 10 тысяч евро. Опа, это так отличный бизнес. Зачем заниматься нашими шоссе? Занимайтесь немецкими фирмами. Ну, я думаю, что немцы купили, чтобы передрать. Иначе они не стали платить 10 тысяч евро за игрушку. Вы примерно подсчитывали объем инвестиций в такую рода дорожную структуру, пусть даже экспериментальную? Да, просчитывали. Да. И я думаю, что она, ну, в десятки раз меньше, чем вот эти троллейбусные дуги или трамвайные. Вот. Потому что ведь это не только автомобили, это и железные дороги. То есть бесконтактный высокочастотный транспорт – это будущее железных дорог, потому что сейчас проблема скоростных поездов – это колоссальные проблемы вот, трения вот этих троллеев, а контактный кабель при высоких скоростях, а скорости уже 300 км, 400 км, уже, говорят, о 500 км в час. И вот это... Подождите, а я действительно как-то не подумал. Ведь и когда вот... мы... Трамвай мы представляем, вот да. Это вот трамвайная дуга. Да, да. Электричка, ну, тоже, да. Тоже совершенно очевидно. А у скоростных поездов? У них там тоже такой контакт? Да, тоже такой Никогда контакт. Не обращал и внимания. И поэтому, конечно, у них вот сейчас большие проблемы. Я знаю, что, например, в Москве в троллейбусах каждое утро меняют вкладыш, который вот трется о провод. Каждое утро. Он графит, тот самый, который искрит, который, когда там соединяются провода. Или когда снег выпадает. В данном случае никаких искорений, никаких проблем с передачей энергии. То есть это будущее скоростного транспорта, ну и, естественно, и железнодорожного, и автомобильного. Я думаю, что в будущем морского. Вот простите меня, Фому неверующего, но опять же, если бы это было так, я просто пытаюсь рассуждать в рамках... стандартной парадигмы, стандартной экономической сегодняшней парадигмы, то вами бы заинтересовался Siemens, который производит Сапсан. Вами бы заинтересовались французы, которые там Allegro производят. Вами бы заинтересовались в Китае, где темпы роста скоростных дорог вообще запредельные. Японцы, которые первыми установили рекорд скоростей. Кстати сказать, в Азии, вы знаете, там же ведь не только обычные поезда колесные по железной дороге. Там магнитная подушка использовалась, монорельс в Шанхае, например, из аэропорта идет, и так далее, и так далее. Если это все так здорово, то неужели бы они к вам не обратились? Вы знаете, ко мне приезжали... Вы бы сейчас уже по-русски с акцентом говорили давным-давно. Да, я по-английски свободно говорю, мне не надо. Я хочу сказать, что ко мне приезжали канадцы, приезжали там еще всякие. Но я хочу сказать, что у нас почти нет публикаций на английском языке. Почему? Если вы свободно говорите. Я вот делал доклады на этих симпозиумах каждые 5 лет. В Сербии проводится симпозиум, посвященный Тесла, каждые 5 лет. Вот я на них выступаю почти на каждом симпозиуме. Там презентации на английском. Ну, кто-то там приезжает из ученых, вот, расходятся круги, а так вообще публикации у нас только на русском языке все. Книжки на русском языке. У нас, да, но вы хотите сказать, что от